всем коллегам, с кем работал эти годы по Совету Федерации, большое спасибо за совместную работу. На самом деле далеко не ухожу, остаюсь работать с аппаратом Комитета по бюджету и с аппаратом трехсторонней комиссии. Это та комиссия, где распределяются бюджетные деньги и где надо отстаивать интересы субъекта. Ну и сейчас сосредоточимся на тех мероприятиях, которые у нас пройдут через год. Это выборы законодательного собрания Мурской области, выборы депутатов Госдумы. Чтобы у нас был нормальный результат, чтобы «Единая Россия» победила.